50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. I think this will stop their bloodshed. Вы все равно скоро сдохнете. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, Соу. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени. Целись через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен пробить фанеру. Отлично. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище! Из арсенала стали, из арсенала этот. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Отлично, теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть.
Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Соуп, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Пошел, пошел, пошел! Как только будешь готов, хватай веревку. Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. Вольно. Через 10 минут. Вас понял, Молот. Волков, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу, пошли! Проверить углы! Проверить углы! Пошли! Проверить углы! Слева все чисто. Справа все чисто. В коридоре все чисто. Идем дальше. На лестнице чисто. Движение справа. Товарищ нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы.
Идем дальше. На лестнице чисто. Движение справа. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Проверить углы. Проверить углы. Идем дальше. Ждать моего сигнала. Жду приказа. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне. Идем дальше. Так держать. Газ справа. Выполняю. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Справа все чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Второй готов. Первый готов. Террорист нейтрализован. Доложите обстановку. Все чисто. Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка миги. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика, быстро! Так, я на балу, бибаба! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник приближается с воздуха! Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Черт, что это было? Готовим! Пора уходить! Быстрее! Б-6, отвечайте, черт возьми! Отвечай, Б-6, где ты, черт тебя дери? Иди сигнал!
Понял, сматываемся отсюда. База, докладывает Орлан. Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. Shabba!
Капитан Прайс, Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим.